Против реформы образовательной будут вместе выступать Будапешт и Бухарест. Глава венгерского МИДа на встрече с румынским коллегой назвал принятие нового закона ударом в спину. Документ, по его мнению, противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, которое в свое время поддержали и Венгрия, и Румыния. Поэтому, считает он, обе страны имеют право предъявить Киеву претензии.